Всем привет! Короче, еще когда я делал рубрику «Бюджетные тензоры», я заказывал накладку Stigdena Pro H, и тогда ее можно было взять на Алиэкспрессе до 3000 рублей с тем курсом доллара. Сейчас она стоит больше, я смотрел что-то 3500-3700, где-то так. Вот. Но это по-прежнему не самые большие деньги, но под прям бюджетный тензор, наверное, она уже не подходит. Когда я попробовал Stigu Mantra H, я подумал, что уже прям вообще очень плохо, и что ж там будет в DNA. Вот. Подробнее. DNA Pro H – это достаточно новая современная накладка, которую делали уже под пластиковый мяч. Это самая жесткая в серии DNA Pro. Есть еще M и S. У этой жесткость 50 градусов. И она, ну, заранее понятно, что будет позлее, там, чем Tenergy, чем еще что-то, у которых там жесткость где-то в районе там, 47-48. Вот. В ней используется технология Enlarged Sponge Cells. Ну, какие-то увеличенные, видимо, опоры. Вот. Есть еще более крутая серия DNA Platinum, где уже есть жесткость и H и XH, то есть более жесткая, и там уже другая технология, но про нее неизвестно, когда я там что-то расскажу. Вот, сегодня про DNA Pro H. Что хочется сказать про накладку? Накладка, короче, оказалась прям вообще крутая. Прям, во-первых, она очень мощная. По вращению, ну там все хорошо, мяч приходит плотный, но самое классное, что у нее достаточно высокая дуга, и я сравнивал ее с Stigu Mantra H, там будет на видео, и она, очевидно, оказалась там и сильно мощнее, и мяч явно сложнее, и понравилась она мне больше, потому что Stigu Mantra H это прям классический тензор, этот все равно более новый, более приятный. И потом я, естественно, решил сравнить с чем-то более интересным и сравнивал с Dignix 05. У DNA Pro H точно выше дуга, потому что после Dignix 05 я DNA Pro H все сыпал за стол. Но потом, когда привык и уже взял обратно Dignix 05, я уже Dignix 05 сыпал в сетку. Вот. Что мне прям сильно понравилось, несмотря на то, что там, я тестирую многое разное, мне тензоры вообще не очень нравятся. Я потому что справа привык к липучкам, и я когда беру там что-то тензорное, мне нужно прям сильно подстраиваться. И вот к DNA Pro H я подстраивался прям по минимуму. Я прям вот взял и очень быстро понял, что как ей надо делать, как ей усиливать. Мяч летит вообще пушечный, вообще играть кайф. Ну вот она ощущается прям вообще очень кайфово. Я, конечно, не знаю, как это будет всем, но мне было прям максимально приятно. И если там про большую часть там тензоров, там вот бюджетные тензоры, я там что-то пробую и такой, да, прикольно, классно летит, типа мяч там сложный, несложный, достаточно быстрый, но играть я этим, конечно, не буду. Вот, то DNA Pro H играть я, наверное, тоже не буду, потому что справа я все равно на липучках, а конкурентного преимущества перед липучками, ну там для моей игры, я у этой накладки не вижу. Но я ей на тренировке пробую, и мне прям вообще нравится. То есть прям вот, вот ей хочется взять и поиграть. То есть там про все остальные накладки я такой, ну да, классно летит, но точно нет. А это прям вот, ну, хочется поиграть, не знаю, наклеить на какую-нибудь ракетку и периодически брать, поиграть, ну, прям вообще по кайфу, прям, ну, вот, типа, прям вот здорово. При этом слева на видео не будет, и слева я и там практически не пробовал, но слева тоже прям неплохо. Еще странный момент, например, у меня плохо построена игра, что я, например, делаю справа и потом тут же активно делаю слева. У меня там это часто не получается. Особенно если накладка слева стоит незнакомая, это прям вообще плохо. То здесь я, например, делал справа, и там случайно мне мяч летел налево, и я очень активно отыгрывал слева, и сразу получалось. То есть вот этой DNA Pro H, то есть там и слева тоже типа все понятно. Я даже вот про право я не знаю, а налево, например, я задумался, может мне красную заказать и попробовать, потому что я сейчас там тензоры слева пробую.
Вот, и, типа, вот прям вот, ну вот все классно. Мне прям очень понравилось. Единственное, что меня сейчас волнует, это если типа Штига Дена Про H, которая вообще не последняя в серии, такая крутая, что, то что там вообще в Штига Дена Платинум? Там H, XH. Есть еще Штига Дена там гибрид, там Dragon Grip, еще что-то. То есть их там много. И я такой, блин, теперь все это тестировать, пробовать, потому что уже вот здесь очень классно. Так, для справки, на там Vista Sport или El Grey, в Vista, по-моему, нет Штиги, а в El Grey 5500 на Алиэкспрессе. Ну, давайте прямо сейчас погуглю, чтобы не обманывать никого. Алиэкспресс. На Алиэкспрессе 3600. За 3600, ну, на данный момент я вот лучше накладки не знаю, потому что все тензоры, которые вы будете покупать, они будут, ну, типа, стоить 4, а, ну, вот это прям, ну, офигенно. То есть, если, грубо говоря, там, про какие-то другие накладки, а-ля, там, Мантра или Xeon Vega Европа, я мог сказать, что, ну, вот они все равно там подешевле, или Gold Arc я пробовал, они все равно подешевле, там, Tenergy подороже, ну, Tenergy, да, наверное, все равно что-то поприятнее, про эту я не могу так сказать, она офигенная, то есть я, если выбирал Dena Pro H и Tenergy, вообще без вариантов Dena Pro H, я бы ее и Dignix предпочел, вот 100%. Я, конечно, не пробовал это в игре, у меня нет там месяцев вот этой наработки, может быть, они что-то покажут, но вот по тестам, ну, просто супер. Хотя в Dena Platinum уже другая технология используется, там, по-моему, Power Sponge Cells. Я не знаю, чем это глобально будет отличаться. Мнение каких-то игроков, наверное, тяжело узнать, ну, из профессиональных, я помню этот Ромейн Руис, ну помните, который в один вход там все убирал, вот он играл Dena Platinum XH, по-моему. Ну и там видно было, там все правда мощно. По, кстати, шкале El Grey, кстати, много всякой информации предоставляет, правда, ошибочки еще делают. Вот, и вот в этой шкале там, например, у Pro H в сравнении с Мантрой, например, скорость больше на 4 пункта, вращение на 2 пункта. А у Platinum H и XH скорость больше, чем у Dena Pro H, аж на 8 пунктов и вращение на несколько пунктов. То есть Platinum, видимо, вообще там бомба-бомба. Но, например, если мнение собирать, по-моему, Павел Ковенко играл вот эти Dena Platinum и вроде как сильно хвалил, вроде, ну, у него это кибершейп или сайбершейп, не знаю, как правильно. Вот, он, я так понимаю, на ней играл, вроде как ему сильно нравилось. При этом Илья Ронин в своем блоге, по-моему, показывал Дмитрия Осипова, который как раз попробовал эти Dena Platinum и сказал, вообще непонятно, как этим играть. Я могу сказать, что вот если я сравнивал с Dignix, вот как только я с Dignix перешел на Pro H, непонятно, как играть, потому что у них разная дуга. То есть от 0.5 отлетал по одной дуге, а от Pro H по другой. То есть мне в моменте тренировки пришлось перестраиваться. Если ты годами играешь одной накладкой, потом переходишь на другую, у тебя точно будет какой-то момент подстройки. Не знаю, ушел этот Дмитрий Осипов, обратно вернулся к Dignix, либо продолжил играть Platinum, не знаю. Но накладки точно разные, то есть они дадут разные ощущения. То есть если вы привыкли к Dignix, не знаю. Но здесь за 3500 просто, ну, отвал башки вообще. Я прям кайфанул. Если у вас тоже был опыт игры Dena Pro H, или там вы пробовали на тренировках, или планируете купить, напишите в комментариях, обсудим. Очень интересно. Потому что я на тренировке она мне супер понравилась. Просто обалденно и слева, и справа. А в игре я ее до сих пор не применял. И на постоянку точно применять на данный момент не буду, как минимум справа. Слева, может быть, закажу налево, но мне тогда красная нужна, а то у меня черная. Вот, напишите, очень интересно. Всем удачи, всем успехов.